сегодня присутствую на польской земле, в ее столице, город Варшава. Как вы знаете, с 16 по 26 сентября здесь пройдет заседание Бюро по правам человека и соблюдению законности. И я, как активный член гражданского сообщества Таджикистана, присутствую здесь для того, чтобы выразить позицию Таджикистана, для того, чтобы показать всему миру истинную ситуацию в Таджикистане и также показать истинное лицо террористов и других представителей экстремистских групп, которые сегодня здесь собрались, опровергнут их заявления и, значит, фейковые новости, которые они распространяют о Таджикистане. И сегодня я был свидетелем заседания этих таджикских террористических экстремистских групп, где они в очередной раз призывали народ к войне, очерняли наше руководство, выступали против своих соотечественников. И эта ситуация мне напоминает ситуацию в начале 90-х годов, когда некоторые так называемые демократические силы связались с религиозными радикалами, и в результате наша республика была ввергнута в гражданскую войну. Та же ситуация повторяется сейчас. Здесь они собрались под знаменем террористической организации, которая именуется «Исламская партия Возрождения», и снова хотят повторить ситуацию, которую они сделали в начале 90-х годов. Но мы хотим сказать, что активное гражданское сообщество Таджикистана против идей, идеологии этих террористических экстремистских групп. И мы, как истинные патриоты нашей Родины, будем давать отпор всяким инсинуациям и всякого рода провокациям, которые сейчас хотят организовать эти террористические группы в Варшаве. И мировое сообщество должно понять, что в Таджикистане именно население поддерживает свое правительство, поддерживает своего президента. И то, что здесь рассказывают некоторая малочисленная группа экстремистов и террористов, является ложью. И мы, представители гражданского общества, хотим донести эту нашу позицию как независимые исследователи, как независимые журналисты до всех представителей, значит, стран, которые здесь присутствуют.